Второе, что я же делал на первом занятии, это цель. Какой носик у него, нос это у него цель. Человек же всегда смотрит, да, у него нос такой, нос показывает, куда человек стремится. А мы говорили с вами о цели. В риторике, в юридической риторике цель очень важна. Очень важна, потому что если ритор не поставил цель своей речи, лучше, чтобы он заткнулся и никогда не говорил. Я видел море случаев и слышал, когда адвокаты, прокуроры что-то говорили, но лучше бы они молчали. Потому что видно, что они что-то хотят доказать. Видно, он руками машет, он подпрыгивает, он еще что-то делает, но непонятно, что он хочет. У него нет цели. Нет цели. А ритор перед тем, как начать говорить, юрист перед тем, как начать кого-то убеждать, он должен определиться, что он хочет в результате этой речи достичь. Нет цели. Заткнись и молчи. Есть? Пожалуйста, говори. Это цель. Пожалуйста, если какие-то...